Сегодня на территории Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности. Все из-за угрозы затопления. Сейчас администрация Улан-Удэ ведет ежесуточный мониторинг уровня воды в реках. Так, сегодня селенга прибыла на 13 сантиметров, Уда же на 5. До выхода на пойму рекам осталось всего 12 сантиметров. Мэрия запустила вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ». Там будет вся информация и координирование ситуации. QR-код для вступления вы видите на экране. Камень упал на машину в Иркутской области. В паблике ВК «Типичный Байкальск» поделились фотографиями смятой машины. Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как жители левого берега пытаются попасть на работу. Сегодня утром транспортный коллапс произошел из-за нового дорожного покрытия. Как заявила мэрия, асфальт не выдержал напора рвущихся на работу левобережцев. Подрядчик не успел выполнить работы в ночное время, в связи с чем на данном участке наблюдается пробка. Ориентировочно в 8 часов 30 минут техника была убрана. Подрядная организация указана о необходимости проведения работ только в ночное время до 7 часов утра. Потратила 625 тысяч бюджетных рублей на себя. Прокуратура железнодорожного района признала виновной руководителя сельхозкооператива, которая в 2017 году потратила бюджетные деньги. В 2017 году руководитель кооператива направил в министерство документы, содержащие сведения об якобы приобретенном оборудовании на выделенные средства. Фактически она распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив федеральному и региональному бюджетам ущерб в размере 625 тысяч рублей. Она получила 3 года условно с испытательным сроком. Находчивость проявляют жители Бурятии, когда их останавливают сотрудники ДПС. МВД поделилась интересной информацией о взятках. За этот год любители уйти от закона поймали 26 раз. Кроме банальных денег, люди предлагают и свои услуги, и даже дрова. К примеру, в январе житель Прибайкальского района, задержанный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, предлагал инспекторам взятку в виде дров. А в Гусиноозерске пьяный водитель предложил полицейским за непривлечение к административной ответственности приобрести горюче-смазочные материалы. Материал по всем фактам склонения полицейских к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения. А мы напоминаем, что дача взятки даже в виде дров уголовно наказуема. Коровы-баннеры появились в Кяхте. Местных жителей волнует огромное количество скота в центре города. Кяхтинцы решили бороться с ними не совсем обычным способом. На буренок повешали обращение к мэру. Теперь они расхаживают по улицам не просто так.